Здравствуйте всем. Продолжаем заниматься спортом в квартире, да. Теперь речь дойдет до такого вида спорта, как домашний гольф. Значит, ну или домашний все-таки не гольф, все-таки, наверное, боулинг. Значит, в чем фишка? Играя мячиком ведется, да, без кеглей. Но цель вся та же, за минимальное количество попыток забить мяч вон в те ворота. 10 попыток дается командам. Вот тут вот отображен график. X, Y. По очереди 5. Сначала бьет X, потом Y. Затем Y, потом X. Но если команда совершает 3 и менее попыток, то им засчитывается страйк. То есть списывается еще минус 10 очков. Ну что ж, давайте-ка приступим. Первый у нас бьет X, у них первая попытка. Вы не увидите, к сожалению, как начало атаки, начало попытки. Зато вы увидите завершение. Ну что, будет ли страйк? Да! Вторые попытки и первый страйк. Минус 10 очков у Икса. Посмотрим, что ответит Игрек. Раз. Два. Да, я забыл сказать, что считается касание. То есть любое касание мяча это засчитывается как попытка. Два. Да. Ну, значит, надо бить, чтобы также выбить страйк у Игрека. И три. Нет. Нет, мяч воротов с другой стороны. 4-5. К сожалению, 5 у Игрека. Ну что, вторая попытка у Икса. Икс бьет, размахивается. Дальше первая. Вторая. Запальный мяч зашел. Третья. Четвертая. Не стал сбить, но пятый попал. И таким образом у Икса, значит, минус 5 очков. Посмотрим, что будет. Ой, Игрека. Сможешь ли Игрек выбить страйк? Раз. Два. Ну и... Да! Страйк! Минус 10 очков. И таким образом, минус 5 у Игрека. У нас сравнялся счет минус 5 у Икса и минус 5 у Игрека. Третья попытка Икса. Два, не точно.
Три. Не будет страшно, но может с четырех попыток. Нет, из пяти не удалось забить. Шестая. И вот теперь. Да, попал мяч. Седьмая. Еще получается у нас, значит. Сейчас я на калькуляторе посчитаю. Минус 5. Значит, плюс 7. Это получается плюс 2 у игрека. У икса, прошу прощения. А теперь игрек. Два. Страйк возможен. Думаю, страйк очень даже возможен. Три. Нет. Мимо. Мимо пролетел мяч. Четыре. И пять. Но Игрик... Игрик вышел в нули. У Игрика ноль. У Икса плюс два. Четвертая попытка. Два. Ну и нет штанга. Да. Три. Четыре. Да, обидно, но тем не менее страйка не получилось. Четыре плюс два. Пять. Шесть. Шесть. Такой счет. Очков у Икса, у Игрека. Раз. Два. Три. Четыре. Удар. Семь попыток. Ой, у Игрика и 7. Игрик опережает. Икс, а значит, проигрывает перед пятой, последней в первом тайме попытки. Итак, Икс. Два. Вы этого жалко не увидите. Три. Четыре. Эх. Нет. Пять. Шесть. Шесть. Ушел мяч. Ну, не важно. Значит, шесть плюс шесть, это будет 12. Ой, игрока 7. Сможет ли он победить в первом? Раз. И что будет страйк? Нет, пока что нет. Но есть шанс на это дело. Два. Три. Нет. Четыре. Нет. Пять. Тоже нет. Шесть. И шесть, шесть, 12. 13. Ну что ж, таким образом, пока со счетом 12-13 выигрывает X, выигрывает тот, у кого будет меньше попыток на счету забить мяч в ворота. Ну что ж, мы продолжим. Ровно через минутку, друзья.
Сейчас, минуточку я на паузу поставлю. Пауза пролетела, друзья. И, конечно, можно там по 12 попыток, можно по 9. Главное, чтобы равен на количество попыток у вас было. Но, тем не менее, все-таки я взял систему буллинга, потому что она ну и удобная, и позволяет со страйками сохранять интригу до самого последнего 10-го энда. Ну что ж, продолжаем второй тайм. Теперь первый бьет Y, а отвечает ему X. Два. И есть возможность на страйк. Но нет, уже не получится. Три. Четыре. Четыре плюс три, три. 16. 17 у Игрека. У Икса 12. Нет, ничего не получилось. Но есть возможность на страйк. Два, три, нет. Нет, мяч мимо прошел. Три, четыре, пять. Пятнадцать. Сейчас я ему посчитаю. Значит. У нас, да, у нас равенство 17, 17, 17. Нет. Попытка второго тайма и седьмая в матче. Два, три, четыре. Давай, работать мяч. Пять. Штанга. Шесть. Семь. Нет. Восемь. Нет. Девять. Да. Это было не минус девять, а плюс, к сожалению. Десять. Итого. У Игрика уже не 17, а 27 должно быть получиться. Да, 27. Посмотрим у Икса, что получится. Четыре. Два, еще добить. Пять. Шесть. Шесть. Таким образом. Двадцать три, 27. Икс ведет в счете. Следующая восьмая попытка. Игрик начинает. Семь,
это было касание мяча, тоже защитническая попытка. 7. И только лишь 8. Только лишь 8 попыток у Игрика. Да. И таким образом у Игрика счет 35. А у Икса 23, это разрыв существенный. Но все еще можно наверстать. Раз. Два. Три. Не будет уже страйка. 4. 5 и мимо. Ух. 6, 7 попыток у Икса. Таким образом, 23 плюс 7 будет 30. Счет 35-30 в пользу Икса. 9-я предпоследняя попытка у Игрека. Два. Ну и да, страйк. 3 попытки. Страйк. И это означает, что минус 10 очков. Итак, 35 минус 10 будет 25. И уже ведет Игрек. А не Икс. Но Икса тоже надо выбивать страйк. Конечно же. Два! Что, страйк будет? Ну, да! Раз, два, нет, нет. И 3, да! Тоже страйк! Тоже страйк! И 30 минус 10 будет 20. 25, не удалось Игреку выйти вперед, 25, ну то есть назад, ну то есть понятно, да, по меньшинству количеству попыток, кто победит, тот и выиграет, и так 25-20, и у нас решающая 10-я попытка. Первым бьет, то Игрек, у него меньше на счету, ему нужно выбивать страйк. Только лишь он позволит иметь шанс на выигрыш сегодняшнего матча. Надо быть сейчас очень внимательным, куда катится мяч, мяч катится к телевизору. Раз. Два. Да! Страйк! 3 попытки, это страйк в домашнем боулинге. В 10-м энде. И 25 минус 10, это будет 15, да, сейчас я точно проверю. Да, 15. Но ответ за Икса. Если сейчас Икса выбивает страйк, то он победил. А если нет, то проиграл.
Кульминация сегодняшнего матча. Раз. Два. Куда, где мяч? Нет! С третьей попытки уже так невозможно. С внешней стороны ударить. Да, Икс разочарован, проигрывает матч. Но надо доиграть эту попытку до конца. Два касания было. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да что ж такое, мяч никак не войдет в ворота. Семь. Ну вот, наконец он вошел. И восемь. Это означает, что 28. Итак, таким образом, Игрик выигрывает встречу со счетом 15-28. Поздравляем Игрика, поздравляем всех тех математиков, кто болел за него. Кто болел за X, по-видимому, за 3X. Не расстраивайтесь, придет в следующий раз ваш час, вы поняли основы игры. Домашний гольф или домашний боулинг, уж называйте как хотите. До свидания и удачи!